Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Крутят они, стараясь. Спасибо большое всем, кто сегодня пришел на наш юбилей. Я очень рад вас всех видеть. Я особенно рад видеть своего классного руководителя. Мы у него были первым классом. Виталий нашел нам места. Большое всем спасибо. Я очень рада, что мы наконец встретились через столько лет. Я Крутица Елена Петровна. Раньше я анестезиолог и реаниматолог. Закончила второй медицинский институт. 30 лет проработала за операционным столом. Очень рада, что я встретила своих одноклассников, которые приняли большую инициативу нас собрать. Очень странно все видели через 40 лет, но это очень здорово. Все смеются так же, все такие же очаровательные. Все так, как было 40 лет назад. Сегодня день встречи выпускников. Прошло 40 лет, как мы покинули эти стены. Но они до сих пор такие родные, у меня просто слов нет. Увидела одноклассников. Ну, конечно, мы все изменились, но в душе мы остались такими же молодыми, как мы были 40 лет назад. Эту школу закончила, кстати, моя дочка. Они отмечали прошлое 10-летие окончания школы. Так что школа родная, мы еще ого-го. Я так рада, что мы встретились. Вообще не узнала ни Чигилёва, ни Чернигова. С такой радостью узнать это. И почаще бы нам собираться. Последний раз 20 лет назад собирались. И, конечно, хотелось бы почаще. У нас сегодня большой праздник. 40-летие встречи всех выпускников, которые хотели бы встретиться еще бы раз после этого встречи. Но некоторых уже нету давно, некоторых уже болезнь поразила. Но мы рады за эту встречу, которая сегодня состоялась. Я счастлива очень, я рада всех увидеть. Все изменились так, но все равно узнаешь по улыбкам, по глазам своих. Но я рада, я счастлива, да, все. Сегодня 4 февраля, день встречи с выпускниками. У нас 40 лет выпуска. Очень много народу у нас собралось. Даже те люди, которые они видели 40 лет, сегодня не раз все узнали. Их особо не постарел, но только так сказать, чуть-чуть растолстели на лицо. На лицо и на тело, так сказать. Стали все большими, знатными. Ну и все, что я вам хочу сказать. Я очень рада, что я встретила своих одноклассников. Что я могу еще сказать? Очень рада. Но я очень рада всех была увидеть. Некоторых не видела 40 лет. Пожелай потомкам что-нибудь. Ну, желаю, чтобы мы еще когда-нибудь встретились. И хотелось бы видеть, конечно, побольше народа. Но всем здоровья, счастья, успехов. Всего самого хорошего. Я очень рада сегодняшней встрече, которая произошла ровно через 40 лет после окончания школы. Многих одноклассников я не видела с самого дня окончания школы. И была очень рада встрече со всеми своими одноклассниками. И желаю, чтобы следующая встреча состоялась как можно раньше. Это процветание бизнеса и много клиентов. Это самое большое... А для одноклассников? А для одноклассников не стареть и быть такими же, как мы. Чтобы все было, и ничего с этого не было. Добрый вечер. Очень приятно встретиться после стольких лет. Ну, не разлуки, но просто после стольких лет, после окончания школы. Все очень сильно изменились, хотя некоторые не изменились. Это я лукав. Но все равно... Многие изменились, но вот сегодня, находясь в школе, чувствуешь себя выпускницей.
опять переживаешь те школьные годы, и опять соперничество между А и Б, между А и Б. Вот у них года получилось, а у нас-то нет. Очень обидно. Почему это А нет года? Почему? Да, не знаю. Но надеюсь, теперь у нас будет фотокарточка совместного выпуска и А, и Б. Всего доброго. Так здорово, через 40 лет, но лучше позже, чем никогда. Да, мы, Наташа, наконец, встретились. Браво! На самом деле, мы виделись-то и раньше, но вот сейчас это, конечно, здорово. Вспомни, несколько лет после того, как я уже забыла. Вот, а я помню, мы встречались. С вами плохо стало через 40 лет. Значит, здорово, конечно, очень приятно всех увидеть, да. И такое впечатление, что, ну, действительно, конечно, там уже не замечаешь, видел зрение плохое стало, поэтому морщинок мы не замечаем. Нам кажется, что мы не 40 лет назад закончили школу, а вот только что. Вот. И кажется, что мы могли бы так же станцевать, скажи, вот, даже лучше. И самое главное, надо встретиться, когда будет выпуск 45 лет. Да, вот тогда мы сделаем свою программу. Да, и надо обязательно все, что есть, все запасы, да, все собрать. Да, да. И все. Не забывать о том, что мы сейчас сказали. Договорились. 45. Договорились. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря. Трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Быстрее.